Руководитель фракции «Единая Россия» в Мособлдуме Игорь Брынцалов поручил депутатам сосредоточиться на теме строительства и ремонта автомобильных дорог в регионе. Всего в этом году в Подмосковье планируется отремонтировать порядка 1500 километров дорог. Как отметил Игорь Брынцалов, необходимо систематически встречаться с представителями администраций, подрядчиками, депутатами местных советов и обсуждать проблемные вопросы.